Мойка воздуха 2055D обеспечивает безупречное увлажнение и очищение воздуха в помещении. Прибор обладает максимально полным набором функций. Автоматическое выключение при низком уровне воды. Две ступени мощности для работы в дневное и ночное время. Функцию предварительной ионизации воздуха для повышения эффективности его очистки. Контейнер для аромамасел. Увлажнение и очистка воздуха осуществляется за счет эксклюзивной запатентованной системы пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью с неограниченным сроком службы. Сменные фильтры и химические присадки для работы прибора не требуются. Сухой воздух проходит между вращающимися дисками, насыщается влагой. При этом частицы пыли оседают на дисках и затем смываются водой в поддон. Обеззараживание воды в поддоне осуществляется с помощью уникальной антибактериальной системы ионизирующего серебряного стержня. Под действием ионов серебра бактерии мгновенно погибают. Дисплей мойки 2055D отображает текущую влажность в помещении. Прибор своевременно информирует о необходимости залива воды в резервуар или необходимости очистки поддона с помощью пиктограмм, которые светятся красным цветом. Съемный бак и поддон вмещают 7 литров воды. Уход за прибором очень простой. Достаточно промывать поддон и диски под проточной водой с периодичностью 2 раза в месяц. Для удаления известковых отложений рекомендуется использовать специальные средства Банека Калков. Бережный уход за прибором обеспечит ему надежную и эффективную работу на долгие годы. 2055D. Новые технологии комфорта из Швейцарии. Свежий воздух альпийских гор у вас дома.